В универсальном спорткомплексе Подмосковья прошла Олимпиада Московской области для детей с ограниченными возможностями здоровья по легкой атлетике. Она продолжалась на протяжении 2 дней. Открываем, скажем так, второе полугодие с этих соревнований всегда традиционно в сентябре. Сегодня приехало к нам около 150 детей из коррекционных школ. Есть также представители учреждений социальной защиты. То есть сегодня представители 19 команд. Это примерно 15 городских округов. День первый – соревнования по бегу на 100 и 400 метров, прыжки в длину, метание ядра и эстафета. Такие состязания для детей Подмосковья проводятся на гостеприимной Щелковской земле уже на протяжении более 20 лет. А пробежал-то неплохо, вот 100 метров, как у тебя? Честно, не очень, потому что я третий пробежал. Ну ничего, собственно говоря, это же не последний шаг бегать. Ну да. Да? Ну, как здесь вообще настроение у тебя? Мне нравится, нормально. Место старта оглашается. Да. А ты был здесь? Да, четвертый раз вроде как. Ребята, уже Щелково стало как именно нарицательное для них. Город Щелково связан для них именно со спортом. То есть если я говорю, что мы едем в Щелково, ребята радуются и знают, что мы сюда приедем. Здесь будут прекрасные соревнования, в которых они поучаствуют, увидят новых соперников, друзей. И они уже сюда приезжают как домой. Действительно, для детей такая Олимпиада – это радость, удовольствие. Поехать на эти соревнования, почувствовать себя частью спортивного сообщества, пообщаться со своими сверстниками – здорово. И победители здесь все, без исключения, потому что спорт – это сила, а физкультура – еще и здоровье. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.